Так, выбираем мы Monster Truck. И поедем мы здесь на Monster Truck. 900 метров мы проезжали в прошлый раз. Может быть, нам силёнок хватит проехать еще больше. Фига, как он прыгает-то. Ты чё, как сумасшедший, распрыгался. Monster Truck, у него колеса такие огромные, смотри. Вот эта тачка. Монстр. И прямо она гудит, как монстр. Оп, так, стоп. Так, давай еще раз попробуем. Ой, нормально. Вот здесь хорошо, в принципе. На Monster Truck, вот на дизеле было сложнее. Так, главное мне тут не прокосячить. Не сильно спешить, потому что если я перевернусь, то будет мне не очень хорошо. Так, я даже монетки не собираю, просто я гоняю вперед и все тут. О, 400 метров до рекорда. Ох, нифига. Да, на Monster Truck вот в этом месте двойные монеты смысла брать нету. Потому что я их проскочу, как всегда. Так, ну все. 300 метров остается. Так, здесь я проеду, надеюсь. Да, легко проезжается. Нормально. Во. Так, 200 метров остается. Так, главное в дырку эту не упасть. Ой-ой-ой, в ямку. Ну что у нас там, 80 метров? Где тут? А, вот это место я не мог проехать, что ли? Да, реально. Да, конечно, проехали мы. Да, Monster Truck у нас, оказывается, еще более-менее прокачанный. О-о-о. Сейчас возьмем звездочек. И заработаем. Так, а здесь нужно аккуратненько ехать, ибо башкой можно стукнуться только так. Эскимосик, давай. Смотри, я на эскимосе в основном в зимние карты прохожу. Это я не специально выбираю, конечно. Так получается. О-о-о. Здесь нужно аккуратно. Давай, давай, давай. Блин, да хотя бы заехать. Нет, заехать не получилось. Я слишком переживал. Вот, все. Замигал наш драндулет. Что бензина не хватает. Все, бензинчик взят. Ну, а теперь можем рекордик свой улучшать. Так, здесь мы проехали, проезжаем. Все, итого у нас, ребята, денег уже... А, 2000 всего лишь. Это очень мало. Так, ну мне вот эти вот монетки, сумочки, помогут немножко собрать побольше монет. Да, и меня радует, что я зарабатываю эти звездочки. Угу. Так, вот здесь нужно. Аккуратно. Ну, проехали. Так, 180 монет, это вообще несерьезно, ребята. Разработчики, почему такие жадные? Так мало монет дают всегда. Так, а здесь нам нужно, ребята, разогнаться. Во. Ах ты, вонючий пенопласт. Аккуратно. О. Так, а здесь главное нам не разбиться, аккуратненько спускаться вниз. Ого. Какой там выступ был. Да, для удара головой. Так, а вон еще у нас бензинчик. И мы уже, ребята, 1200 звездочек собрали. А, снеговик вот этот. Ах, нифига, он как легко с помощью Monster Truck разрушился.
На других машинках это проблема. Так, здесь мы попробуем. Ага. Отлично. Вот это монстр трак. А что ж я тебя так слабо прокачивал всегда? Угу. Прикольно, прикольно. С монстр траком кататься. Так, 4000. Может быть, я что-нибудь там прокачаю еще монстр траку, не знаю. Но мне он нравится. Когда он прокачанный. Угу. 1700. Блин, нифига себе. Неужели я карту открою новую? Опа, 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 давай, давай, на нет! К сожалению, мы... Наверное, это и все. То, что у нас тут получилось. Ах, башкой стукнулся. Ну ладно. И то хорошо. Проехали мы там. Может, на вот этой точилочке своей старенькой проедем. 1000 метров я здесь проезжал всего лишь когда-то. Сейчас попробуем побить рекорд на джипике своем. Как же ж давно я на джипе этом не ездил. Ой, давненько. Сейчас мы вспомним, как на нем ездить. Уже совсем забыл. Так, а ну-ка давай. Аккуратненько. Опа, давай. 700 метров мне еще. Остается доехать. Угу, до рекорда. Главное не перевернуться. А так тачка, в принципе, более-менее хорошо едет. Ох, нифига. Какой подъем мощный. Еще чуть-чуть. О, молодец. И еще немножко. Так, пенопластик у меня. Пенопласт. Оп-оп-оп, аккуратно. Главное, не перевернулись. И то хорошо. Так, 200 метров. Я надеюсь, у меня получится. Блин, бензин не взяли. А что ж делать-то? Ладно, попробуем без бензина доехать. Не знаю, хорошая эта идея была или плохая. Вот если я сейчас не доеду. О, бензин опять начинает, мигает. Давай. Может быть, я доеду, а может быть, нет. Блин, ну что ж ты будешь делать? О, может, мы докатимся? Есть небольшая вероятность, что докатимся. Давай. Есть, докатились. Нифига себе. Совсем чуть-чуть было. Новый рекорд, понял? Все, пошли звезды. Сейчас мы эти звездочки насобираем. Так, а здесь тоже какая-то проблемка. Вот это вот место нехорошее. Так-с. Потихонечку мы звездочки наматываем. Так, а вот в этом месте место сложное. То есть, а, ну у меня защита же есть, да, в принципе? То если я головой стукнусь, то защита сработает. Надеюсь. Так, здесь подъем крутой. Так, что у нас там по бензину? Опа! Все, успели мы забрать бензинчик. Так, резко спускаемся. И прыгаем. Прыгаем прямо. Не, нормально. Боялся я, что в яму упадем. Так, вот у нас бензин новенький. Ой, это вообще молодец какой джип, а. Просто я давно не ездил здесь на джипе. Почти что 1000 звездочек собрали.
точно мы. Ну и карту откроем, наверное, на этой недельке. Так, аккуратно, аккуратно. О, спуск, крутой, крутой спуск. Ну, уже 1000 звезд, уже хорошо. Сейчас мы еще попробуем. Может быть, 2000 звезд мы собираем, не знаю. А, здесь будет такое место сложное. Мы его, боюсь, не проедем. Так, а ну-ка, стоп, стопы, стопы. Снеговик. Ускоряемся. Есть. О, главное не упасть. Ах ты, ё-моё, упали, вонючий случай. Так, ладно. Защиты теперь у нас нет. Но не сильно она здесь может быть нужна. Здесь опасность, что бензин закончится. Давай, 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 давай. О, взяли бензинчик. Вот, 1500. Звездочек собираем уже. А потому что жарко, жарко еще. Так гнать, так головой крутить. Поэтому пускай он без крыши поедет. Немножечко отдохнет. Ах ты, ё-моё, чё ж я сюда не могу заехать, а? О, куда я откатился? Откатился я очень далеко. И давай еще башкой стукнемся. Супер! Молодцы, мы молодцы. Хорошо проехали, хорошо заработали звездочек.